Ребята, с вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новый ролик, который называется «Мерзкий Nuggets Pong Challenge». У нас есть очень много мерзких, отвратительных, просто ужаснейших, вонючих, острых, соленых, сладких соусов. И все они находятся здесь. Всего здесь 21 соус. И суть этого челленджа заключается в следующем. Мы будем играть в Nuggets Pong. Конечно же, с помощью наггетсов. В общем-то, почему он мерзкий? Не только потому, что здесь ужасные мерзкие соусы, но еще потому, что у нас будут ужасные и мерзкие наказания. Итак, мы стоим здесь. Наггетсы стоят здесь, а здесь стоят соусы. И мы должны на каждом раунде обязательно попасть наггетсам в стаканчик. И в тот стакан, который попадает в твой наггетс, ты и кушаешь со своим наггетсом. Здесь такие соусы, о которых вы даже предположить не можете. Они настолько мерзкие, настолько блевотные, что мне уже просто плохо от одного лишь запаха находиться рядом с ними прямо сейчас здесь. Они реально отвратительные. Но а если вдруг ты решил смухлевать или просто так получилось, что твой наггетс каким-то образом не попал ни в один из этих стаканов, тебя ждет ужаснейшее наказание. Это удар током. Он настолько сильный, что это просто трындец. Ну и если вдруг ты решил, что ты не можешь, никак не можешь съесть свой наггетс со своим отвратительным соусом, то ты также зарабатываешь удар током. Так что сегодня нужно съесть наггетс, чтобы выжить. И попасть наггетсом в стакан, чтобы выжить. Ну что ж, я думаю, правила всем ясны, так что давайте начинать. Чтобы определить, кто будет первый бросать наггетс, мы скинемся на Суефа, и проигравший будет первым. Готовы? Суефа, ты, Денис, первый. Тебе люто не повезло. Теперь узнаем, кто будет следующий. Суефа. О, я последняя, боже мой. Супер. Я готова тобой управлять, если вдруг ты не попадешь этим наггетсом в какой-нибудь стаканчик, ты ударишь, ты получишь ужасный и мощный Еще удар током. Ударила. Эй, не надо! Это, блин, больно, капец! Это десятка! Нифига себе! Надо меньше сделать! Это реально больно! Ну что, ты готов? Есть заблаговременно, наггетсы нельзя, иначе ты тоже получаешь удар током. Сколько мне надо раз попасть? С первого раза ты должен попасть, иначе ты получишь удар током. Скажи, какой вкусный соус? Они все очень вкусные. Так, у меня, между прочим, лимонный джем. Блин, это вообще фигня. Смотрим. Это очень легко и вкусно. Да бери побольше джема. Сколько попало, столько попало. Нет, у тебя, если упадет какую-нибудь говняшку, я скажу тебе зачерпать тогда. Черпай. Ну, так и быть. Черпану. Ты не черпанул. Как тебе? Мне кажется, это вкусно. Это мерзко. Давай. Ну что, Арсений, давай вот прямо вот сюда, это самый вкусный соус. Не верю. Вот сюда, это самый вкусный, я тебе реально говорю. Не верю ни единому слову, да? Раз. Это лютая жесть. Давай, что это? Терияки. Пока это не терияки. Кто-то перепутал эти бумажки при расставлении стаканчиков, и это хрен со свеклой. Мари, сколько? Вкусняшка. Тихо вообще, лютый. Ты сразу всю? Я током бью его, он не нормальный. Он выбывает. Я выполнил. Ему даже понравилось. Ты что, хочешь доесть, что ли? Там еще что-то? Мне кажется, он хочет этот стакан выпить. Вкусно? Мне нравится. Моя очередь, наконец-таки. Я просто реально очень сильно за себя переживаю, потому что пульт находится у Дениса, и он реально чуть-чуть неадекватный сегодня. Он просто так шарахает током. Это против правил, Денис. Я хочу попасть в самый вкусный, желательно сырный соус или кетчуп. Но вкусных соусов здесь, по-моему, нету. Вот все, что я назвала, это все. Все остальное очень мерзкое. Так хочу нажать вообще, я не могу. Отойди. Раз, два, три. Так. О, тут что-то... Ой. Ну давай, смотри. Вкусненько, я думаю. Это... Это просто, знаете, это закон подлости. Мой самый нелюбимый соус достался мне. Он, по сути, вкусный, но просто мне он не нравится. Это тартар. Я буду максимально честной, зачерпну побольше соуса. Вот прям вот столько. Это вы вели себя как девочки. И такие помакали, что-то съели. Я прям нормально зачерпнула.
что бы съесть? Бьем тебя током, нет? Нет, смотри, ты торта съела, съела током, бью. Ты реально ненормальный. Все, я смогла осилить этот наггетс. На самом деле вкусно, но такое. На любителя. И я не любитель вообще. Теперь наконец-таки пришла очередь Дениса. Надеюсь, ему попадется самый тухлый, самый мерзкий рыбный соус. А я знаю, Вил. На счет три. Раз, три, два. Это больно. Я просто переживал, что я не попаду. Ты же не будешь ее обратно кидать, бери следующую. В смысле, я думал, все. Ладно, начнем. Еще раз перебью. Да. Вот вам не повезло, гады. Я вообще это на 20 сделаю. Ой, так смотрим, что здесь, что здесь. Во-во-во-во. Грушевое. Пюре. Фу. Фу. Я не хочу это есть. Удар током? Давай, бей. Блин, это так больно, капец. Это рука красная. Прям в вену, блин. Дерьмовый вкус и больно очень. Подготовка. Арсения. Давай, Арсений, я в тебя верю. А где пульт-то, Маш? У меня. Можно я буду бить? Нет. Нет, тебе нельзя. Да хорош. Раз. Два. Давай, давай. Бей. Это жестко. Орёт, да? Как ненормально. Ну тоже наггетс кидает. Маша, походу, сегодня влипнет вообще. Ура! Терияки. Ну это только не терияки, наверное. А что? Да, это немного карри. Тут кто-то перепутал все. Да, я думаю, нормально. Да это вкусно, это карри соус. Мой любимый, все говорят. Он такой пряный, вкусный. Вкусно? Угу. Островат чуть. Острый? Да. Но пойдет, я думаю. В принципе, я по каре заточила вообще, да, с удовольствием. Теперь моя очередь, и мне безумно страшно. Я била, потому что надо было бить. Я не била, потому что, типа, я хочу ударить. Мама? Да. Это? Рыбный соус. Это самая лютая жесть. Она что, есть будет, нет? Я бы отказался. Нафиг там такое потом после куча. Фу, чувствуешь, воняет, да? Это самая жесткая жесть. Это самый мерзкий соус из всех, что здесь представлен. О, дичь воняет. Смотрите. Маш, ты будешь есть, нет? Лучше, Маш, один раз ударить и все. Я тебе серьезно говорю, Маш. Это, фу, мерзкое. Что, вкусно, нет? Подождите. Ты есть будешь? А я хочу. Мне очень больно, когда током бьет. Я думаю, я еще промахнусь не раз. О, она просто ест. Кто хоть раз пробовал этот соус, тут меня понимает. Это... Без комментариев. Я думаю, если меда добавить, вообще вкусно будет. Я все съела. Просто я съела все. Вы представляете, я съела весь наггетс с рыбным соусом. Со всей вот этой вот жесткой жестью. Я просто не верю сама себе, что я смогла это сделать. Я превзошла все свои ожидания. Мне кажется, заслужила ваш лайк. Ну что, Денис, ты готов? Я готов попасть сразу. Цель, точно на ТВ. Круто ты попал на ТВ. Ого, ты звезда. Это барбекю, наверное, да, очень похоже. Реально. Ты возник. Звезда. Ты даже не схлопотал удар током. Это твой любимый соус? Нет. Наверное, тебе вкусно. Барбекю вкуснятина. Я думала, ты рыбным соусом запить хочешь. Что съел? Покажи. Так, Том и Джерри на старте. Ой. Покемон или кто? Я думаю, нормально. Ты Чип и Дейл, точно. Какой ты соус хочешь попасть? Это. Ого! Ого, сразу так с лету? О, это какая-то дичь. Это грибной, ну пойдет. Вкусный, да, наверное? Да. Он так воняет, если честно. Мне кажется, нормально.
Да? Ну, получше, чем рыбный. Ну, слушай, все попали, тебе твоя очередь попасть. Ох. Прям сразу такие, знаешь, на изи. Давай, Арсений, жуй, 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 жуй. Чёршенька вкусно ест? Да, заел. Не показывай, не надо, не веришь. Это Маша. Покажи, покажи. На пульт. Не надо! Да ладно, не пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Если промахнешься, я нажму. Окей, так и должно быть. Два. Пожалуйста, наггетс, попади сразу. Так, раз, два, три. Попала, нет? Я попала. Да я бы не засчитал. В смысле не засчитал? Наггетс уже в меде плавает. Мед, это вообще тут прям шикардос. Это просто, это мой раунд. Это так вкусно, но я прям обмакнула так вот. Ну конечно, чего бы нет, да? Смотрите, как сочно. Кстати говоря, это вкусно. Кто не пробовал наггетсы с медом, то попробуйте. Это реально прям вау. Ой, ой. Но это настолько вкусно, что просто течет по губам. Это божественный вкус. Это было самое прекрасное, что могло быть только на этом челлендже. Наггетс и мед. Это идеальное сочетание. В принципе, я все свое от этого челленджа уже собрала. Давайте посмотрим, что же сейчас будет пробовать Денис. Ой, я вообще не боюсь. Мне вообще не больно. Три. Два. Один. Бей. Больно, блин! Ты что два раза нажимаешь? Оборзела, что ли? А ты не показываешь, что ты того? Это очень больно. Бью еще раз. О май гад. Это соус грибной. Или тартар. Чесночный какой-то. Это по-любому чесночный, потому что я его здесь не наблюдаю. Пахнет чесночным. Это чесночный, ужасно мерзкий соус. Только, по-моему, Денису нравится. Вот такой. Вот так вот, ребята, это был вкусный чесночный соус. Честно, я бы это сделала. Я бы лучше получила удар током, нежели бы съела наггетс с чесночным соусом. Серьезно, он такой мерзкий, типа фу. Особенно с наггетсом. Он уже все съел. Съел, съел, да, чё? Ты капец, Зайца, чё так быстро ешь вообще в соке? Какие вкусные соусы у нас здесь остались просто. Вот это вот самая вкусняшка. Давай, Арсений, я в тебя верю. Раз, два. Блин, дашь не нажать? Офигеть! Чё там? Как вкусно! Малиновый рассвет у тебя во рту! Это же так вкусно, малиновый джем! Фу! Я бы отказался от этого и просто меня бы током шрахнули и всё. Арсений, ты мерзкий! Вкусно! Ты ещё всё съел даже, вообще, даже ни шанса не оставил, чтоб тебя током шарахнуть, вот так вот! Нет! Маша готова, она на старте. Наггетсы крутятся, Маша в шоке, нюхается. Арсений, ты чё, офигел? Он меня током ударил. А я думал, мимо будет. Ты сразу, да, короче? Он так отскочил будет. Она только сразу увидела, что... Она застяг была просто. Не почувствовал, да? Так я радуюсь, и мне током шарахнуть, я вообще в шоке. Итак, у меня здесь аджика, самая настоящая кавказская, острая, мощная. Выглядит она максимально не очень. Вот это она много. Острая же, да, очень. Это прям. Много, это много, прям у тебя изжога надо будет, прям рыгать будешь. Блин, она вообще острая. О, еще не забавь. Это было очень мерзко, это было очень вкусно. Рыбный соус даже был вкуснее, чем аджика. Она острая, соленая. Да, соленая должна быть. Просто. Три, два. О! Мимо. Он выпал. Какая разница? Чё? А, не бей, ты чё вообще борзел? Он не выпал, вы чё вообще? Что ли, попутали нам сыном? Прости. Чё, вкусный. Реально, у Дениса сырный соус, самый вкусный. Самый вкусный соус на свете сырный. Это так скажет Маша и Арсений. Нравится? Давай, твой любимый соус. Кетчуп? Но это не точно. Полгода назад был сырный. Вкусы меняются. Ну да, как жизнь. Ну что ж, Денис молодец, и теперь снова очередь Арсения. Арсений на позиции, у Маши пульт, Арсений кидает. Бам! Ты чума!
Какой чеза соус? Просто утонул. Сырный. О, Арсений, это жесть. Это кесо соус. Он очень мерзкий. А, это этот? Он реально. Бей, я хочу его. Ты не будешь? Бей. Лучше ударить три раза током. Он самый мерзкий. Это соус для тортилей. Он просто отвратительный. Просто ужасно мерзкий. Я не знаю, люди, как вы его едите. Он просто... Ну что ж, у меня новая порция наггетсов. А это значит, что мне точно сейчас должно повезти. Я должна сразу попасть. Один. Раз. Блин, хотел ржать. Итак, давайте посмотрим, что же мне здесь попалось. А мне попалось сгущенное молоко. Фу, вот это бы я точно не стал есть. Я бы лучше бы ударил током себя. Ну смотри, я люблю сгущенное молоко, я люблю наггетсы. То есть, в принципе, вместе это должно быть вкусно. Это как наггетс с кофе. Так рассуждать вообще, можно все есть. Оно еще там бабахает, и вообще, как будто это блины. Очень вкусно, очень. Нашла новое предпочтение в еде. Это наггетсы со сгущенкой. Это реально вау. Ну что ж, у нас осталось всего лишь 6 соусов, а это значит, что совсем скоро финал челленджа. Ты готов? Давай. Давай готов. Проверим. Нет, ты что, вообще что ли? Не надо ничего проверять. Я хочу по-честному сыграть. Майонез. Майонез, фу. Вот это вот самый нелюбимый соус. Можно я не буду есть? Так вот, бери сначала. Бей. Ты не будешь есть майонез? Нет, я не хочу. Люди вообще не поймут, подписчики не поймут. Кто из вас так же сильно не любит майонез? Вообще есть такие давай, люди? Давай. Я бы съела. Бей! Давай, побольше, самый заряд! Да! Арсений, готов? Давай. Наггетсы сейчас полетят. Всего лишь 5 соусов. Упс. О, пушка. Блин. Так, что у нас здесь, походу, кетчуп. Кетчуп. Ого. Блин, вот это вкусно. Так, соус, кетчуп пошел. Мне кажется, Арсений готов просто стакан выпить кетчуп. Я говорю, такой многовато. Итак, смотрите, что у нас осталось по соусам. Горчица. Это непонятный соус, скорее всего, терияки. Арахисовая паста. Ой, фу. Да, и итальянский сливочный соус, который, между прочим, очень невкусный. Он прям отвратительный, такой, знаете, мерзопакостный. Арсений почти доел свой наггетс. Моя очередь, всего лишь 4 стаканчика. Я не знаю, мне кажется, вообще сейчас попаду только с 10-го раза. Раз, два, три. Ну, я бы сказал, что ты попала. Слышал, упал. Это у нас терияки соус. Я думаю, это будет вкусно. Что, током тебя ударить? Ой, не люблю терияки, конечно. Давай ударить. Не, я съем. Я не хочу. Мерзко немножко. Что? Я все проживала? Почти. Я все съела. Я съела наггетс с терияки соусом. Это было не очень вкусно. Даже немножечко мерзко. Но я смогла, я это сделала. Всего лишь 3 соуса. Арахисовая паста, итальянский и горчица. Горчица, не подведи меня. О-о-о-о! Ну ты попал. Горчица очень острая, прям. Ну я это вообще... Нет, не знаю. Вот реально, ну горчицу я бы точно не делала. Залетело, да? Давай, давай, прикиньте, 2 стакана и Арсений. 3, 2, 1. Офигеть, просто как ты это сделал? Изи просто, еще я... Но я не буду, бей. Реально? Да. Офигеть. Соус. Он реально очень мерзкий. Понюхайте, я думаю, вы это почувствуете через экран, этот ужасный мерзкий запах. Теперь моя очередь. У меня остался один единственный последний стакан с арахисовой пастой. Денис там что-то проверяет. Я случайно нажал, честно говоря. Это просто трэш вообще. Арахисовая паста. Я ее так не люблю. Она одна осталась. Главное попасть. А, блин! Ha ha ha!
Раз, два, три. Нет, Саня, хватит, господи, мне так больно. Три, два. Раз, два, три. Да что это? Это больно, у него же вообще, у меня тут все красное. О боже, ты чего? Я типа автоматически. Ну ладно, ничего страшного, уже привыкла. Я уже бью так постоянно. Все, офигел. Будешь есть или тебя ударить просто? Я съем. А, ты можешь, кстати, не есть, потому что я тебя ударил только что. Жесть, вообще. Вкусно, нет, Маш? Фу, ты так мерзко выглядит, честно говоря. Ну ты балдеешь сейчас внутри от всяких извращенских вкусов. Тебе все время попадаются такие. Сгущенка, мед. А просто арахисовая паста. Какая она ужасная, просто жесть. Тебе вкусно, я? Мне весь рот свело. Да. Фу, Маша. Я думаю, если вы хоть раз пытались есть ложку арахисовой пасты, мне сейчас понимают, потому что весь рот, он просто весь склеился. Фу, это было реально очень мерзко. Ну что ж, ребят, этот челлендж подошел к концу, слава богу. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте поставить лайк, потому что мы очень стараемся, снимаем для вас крутые челленджи каждый день. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, нам будет очень приятно. Ну а на этом все, всем большое спасибо за просмотр и всем пока.